Здравствуйте, это программа «События». Мы работаем в прямом эфире. О том, чем живет Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пенер. Главная тема выпуска. Миллиардные потери. В региональном правительстве обсудили ущерб от теневой экономики. Самара засветилась. Стеллу на въезде в город украсили подсветкой. Окунуться в атмосферу Куйбышева 40-х годов. Самарцам прочтут бесплатные лекции о жизни культурной элиты запасной столицы. Почти каждый третий трудоспособный житель региона занят в теневом секторе экономики. Каждый четвертый получает серую зарплату. Порядка 23 миллиардов рублей недополучают бюджет области из-за нежелания предпринимателей официально регистрировать свой бизнес. Эти деньги могли бы быть направлены в том числе на повышение мер социальной поддержки пенсионеров, инвалидов и многодетных семей. Как создать условия для выхода бизнеса из тени, добиться выплат белой зарплаты, обсуждали в областном правительстве. Глава региона Дмитрий Азаров провел конференцию по социальному партнерству. В ней приняли участие руководители профильных министерств, организаций, профсоюзов, представители малого и среднего бизнеса. Дмитрий Азаров отметил, что власть готова идти навстречу предпринимателям. Правительство Самарской области готово к конструктивному диалогу со всеми заинтересованными сторонами социального партнерства, как с профсоюзами, так и с работодателями. Мы готовы корректировать в том числе региональное законодательство. Но, безусловно, после внимательной оценки эффективности принимаемых решений и их последствий. Новое назначение в областном правительстве. Временно исполняющим обязанности вице-губернатора, полномочного представителя губернатора Самарской области при президенте и правительстве Российской Федерации назначен Андрей Когтев. Ранее он уже занимал должность полномочного представителя президента в Самарской области, был главным федеральным инспектором по Самарской области. Последние 9 лет он трудился в структурах Росатома и Минспорта России. Светить всегда, светить везде. Теперь ворота Самары видны издалека. Стеллу на Южном шоссе украсили подсветкой и цветами. В том, что новая городская достопримечательность вскоре может оказаться во всех инстаграмах страны, убедился Даниил Лучко. Новый арт-объект находится на въезде в Самару на Южном шоссе. Его видно за несколько сотен метров. Работают 56 светодиодных лампочек и еще 6 прожекторов. Их включают, как только стемнеет, вместе со всем городским освещением. Проезжающие уже останавливаются для фотосессии. Конструкция сделана из энергосберегающих светильников светодиодных. И сейчас энергию надо беречь. Была поставлена задача, чтобы было красиво освещено. Поэтому выбирались наиболее энергоемкие светильники светодиодные. Дизайнеры Стеллы использовали цвета российского флага. Белые металлические буквы с синим поликарбонатом. Конструкцию украшают еще и петуни красного цвета. Именно эти цветы выбрали не случайно. По агротехническим соображениям только петуния, потому что ампельная петуния, она дает каскад и очень выносливая, и цветет все лето. Все остальные цветы, они не дают непрерывно цветения весь сезон летний. Система полива современная. Каждому горшку заведена капельница. Вода будет подаваться прямо под корни. По мере высыхания почвы, а во время дождя датчики отключат систему. Вот, они вот капают сюда, увлажняется, лишнее отходит во второй отсек и автоматически выключается. Обновлению въездных групп в преддверии Мундиаля по поручению главы Самары Олега Фурсова уделяется особое внимание. Все работы по украшению стелы закончили на 20 дней раньше срока. Эта стела единственная в своем роде такая в нашем городе, которая еще имеет подсветку, еще находится на южном въезде наш любимый город. То есть то, что мы запланировали согласно проекта, было осуществлено и, на мой взгляд, даже лучше получилось, чем мы представляли. Подрядчик дает гарантию 5 лет. Еще 4 стелы отремонтируют до конца ноября. Даниил Лучко, Григорий Плешаков. События. Далее коротко о других событиях дня. Страшное ДТП на трассе. Две машины, иномарка и Hyundai Solaris с эмблемой такси, ВАЗовская четверка, столкнулись на дороге Тольятти-Ягодная. Отечественная легковушка улетела в кювет. Водитель оказался заблокирован. Чтобы извлечь его из салона, потребовалась помощь спасателей. По словам очевидцев, мужчина скончался. Водитель иномарки, 30-летний мужчина, ранен. Его увезли в больницу. На месте аварии работают полицейские и медики. В интернете появилось видео очевидца.
Несколько тысяч симок всех сотовых операторов изъяли у самарца. Он продавал их по 30 рублей за штуку. Сотрудники ФСБ задержали мужчину в середине сентября, когда он пытался реализовать 1000 сим-карт. Как сообщают в региональном УФСБ, сегодня неконтролируемое распространение сим-карт, зарегистрированных на подставные организации или несуществующих лиц, приобрело массовый характер. Оптовые партии поставки таких симок попадают на территорию колоний. Их активно используют лица, причастные к совершению преступлений в сфере незаконности. Законного оборота наркотиков, связанные с террористической и экстремистской деятельностью. В частности, установлены факты использования подобных сим-карт сторонниками запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. В Самаре задержали объявленную в федеральный розыск жительницу Подмосковья. Сотрудники Росгвардии заметили на улице Венцика подозрительную женщину, которая при виде стражи порядка попыталась скрыться. Бдительные патрульные решили выяснить причины такого поведения и остановили гражданку. Как оказалось, 39-летняя жительница Московской области находится в федеральном розыске. Ее больше года разыскивали представители ГУФСИН как условно осужденную с исправительным сроком, скрывшуюся от контролирующих органов. Самарских курильщиков оштрафовали на миллион. Региональный Роспотребнадзор подвел итоги за 9 месяцев. 40 постановлений составили на граждан в сумме 40 тысяч рублей. 33 на должностных лиц. Они заплатят 245 тысяч. И 23 в отношении юридических лиц. Им предстоит раскошелиться на 630 тысяч. В этом числе 30 постановлений за курение в помещениях, 3 постановления за курение на детских площадках, 28 постановлений за курение под табличками. Станцию метро «Самарская» планируют построить за 3-4 года. На это потребуется 7 миллиардов рублей. Станция будет небольшой, с двумя сходами, без эскалаторов в вестибюлях. Чтобы начать строительство, подрядчику нужно прокопать 500 метров тоннеля, который соединит Алабинскую и Самарскую. Так как на пути строительства тоннеля находится ветхое жилье и памятники архитектуры, проект новой станции метро будет скорректирован. Секреты запасной столицы постепенно раскрываются. В Самаре начали читать цикл бесплатных лекций о жизни культурной элиты в начале 40-х годов прошлого века. В историю военного Куйбышева окунулась и Марина Матвейшина. Кому хлеб по талонам, а кому икра тоннами. Пока жизнь обычных горожан военного Куйбышева была похожа на выживание, представители элиты жили по другим законам. Посетители лекции слушают подробности из жизни селебрити того времени, затаив дыхание. Автор лекции проштудировал несколько архивов, нашел документы, которые еще недавно были засекречены, провел настоящее расследование. Например, документ, там описано совершенно секретно, как питались дипломаты, сколько тонн икры сюда везли, так сказать, икры, колбасы, там, и таких, будем говорить, эксклюзивных видов, да, еды, о которых я даже некоторых не слышал. В то же время повышался культурный уровень города. В запасную столицу были эвакуированы лучшие инженеры, артисты, дипломаты. Тогда же сюда прибыл Дмитрий Шостакович со своей семьей. Этот момент запечатлела художница Александра Дьяконова в своей картине. Она писала ее, еще будучи студенткой. Мне пришлось послушать, потому что, если честно, я как бы не знала вот произведений. Тогда еще не было интернета, по-моему. То есть мне приходилось ходить в библиотеку специальную, искать произведения, вот, симфонию. Вот, я прослушивала, как бы немножко вниклась и вот как-то прочувствовалась, что ли, это. Ну, еще как-то действительно был интерес, потому что я не знала об этом. Картина сохранилась только на фото в интернете. Именно она и вдохновила Виталия Добросина на изучение темы жизни культурной элиты в военном Куйбышеве. Чудом он нашел автора работы. Художница была удивлена таким вниманием и пообещала картину воссоздать. А пока все самарцы могут бесплатно посетить лекции о запасной столице. Они пройдут во всех 9 районах города. Марина Матвеевна, Дмитрий Мешканцов. События. 125 человек из Самарской области представят регион на Всемирном фестивале молодежи и студентов. Он пройдет в Сочи с 14 по 22 октября. Планируется, что его участниками станут более 20 тысяч человек из 180 стран мира. Молодые ученые, спортсмены, журналисты, инженеры, а также все те, кто интересуется русской культурой. Десятки образовательных и творческих площадок, дискуссии, мастер-классы, встречи с величайшими современниками. Лекции будут проходить на нескольких языках, в том числе на арабском, китайском и испанском. Фестиваль молодежи проводится уже 70 лет. Россия принимает его в третий раз. В числе участников от Самарской области и внук Марии Штановой. Ему сейчас 20 лет. Столько же, сколько было ей, когда она в составе делегации из Днепропетровска приехала на фестиваль в Москву в 1957 году.
Нам очень нравилось ходить следом за индийскими девушками. Ну, настолько красивые, настолько у них эти сари. И мы вот ходим, и все рассматриваем их украшения, все. Ну, вы знаете, я хочу сказать, что вся Москва была настолько красива тогда. Каждый балкон, окно в этих вот эмблемах чудесных, вот эти эмблемы пятизначные, цветные. Конкурс был очень большой на популярные площадки, такие как образование, здоровье, экология. Но вот мы надеемся, что у нас состав получился такой сбалансированный, и ребята каждый на своей площадке выступит очень достойно, и там, иностранные гости России узнают о нашем регионе гораздо лучше и захотят приехать уже в Самару. Это далеко не вся картина дня, и вот о каких событиях наши журналисты готовы рассказать в следующих выпусках. Последние штрихи. Глава Самары Олег Фурсов инспектирует, как идет ремонт визитных карточек города. Неприкасаемых больше нет. Самарские власти намерены бороться с незаконной рекламой на частных территориях. С милым рай и в зоопарке. Для пары амурских тигров, кактуса и кассандры вскоре откроют новый вольер. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 14 миллионов просмотров на YouTube. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! Увидимся!